42-летний житель Саранска снова окажется на скамье подсудимых. В очередной раз мужчина попался на незаконном обороте наркотиков, которые сам же вырастил. Грядки мужчина высадил в мае 2021 года, выбрав для выращивания семена конопли. И вскоре стал собирать урожай. Спустя короткий промежуток времени собрал 3 куста наркотикосодержащего растения конопли, высушил их, и высушенную массу стала незаконно хранить у себя дома, в общем размере 1070 грамм. 30 апреля чуть более 14 граммов заготовленного наркотика он сбыл, а остальное так и оставил храниться в надворных постройках. До 15 июля, когда правоохранители обнаружили и изъяли запрещенное вещество. Всего мужчина хранил у себя более килограмма марихуаны. Направлено уголовное дело в суд по обвинению в совершении преступления по предусмотрен пунктом Б части 3 статьи 228 прим. 1 и части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уже не первый уголовный процесс для обвиняемого. В 2021 году вместе со знакомым он засадил 2 земельных участка и вырастил 72 куста конопли. Прошлый опыт огородника суд оценил условным сроком. Теперь же мужчине вряд ли удастся остаться на свободе. Кстати, свой ботанический опыт он решил повторить и в этот раз. В отношении мужчины был составлен административный протокол, предусмотренный статьей 10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. Рассмотрение уголовного дела в суде ждут еще 2 жителей Саранска, которые в начале лета вступили на путь наркосбытчиков. Схема была несложной. По договоренности с неизвестным они должны были забрать из тайника оптовую партию, расфасовать ее на мелкие дозы и разложить их по закладкам. Сведения о местонахождении наркотика в форме графических файлов с их изображением и географическими координатами они должны были отправлять соучастнику преступления. За каждый оборудованный тайник обвиняемым полагалось вознаграждение в размере от 600 до 800 рублей. Выполнить это задание мужчинам практически удалось. 5 июля они приехали за товаром. Более 43 граммов мефедрона находились в тайнике в лесополосе в Лямберском районе. Наркотик обвиняемые забрали и в тот же день расфасовали его по сверткам. Лабораторию они устроили в квартире одного из сообщников. А вот дальше мужчин ждало разочарование. Находясь вблизи села Атимар, они оборудовали не менее 40 закладок, после чего были задержаны сотрудниками полиции. Расследование этого уголовного дела также подошло к концу и направлено для рассмотрения в суд. Дарья Баргова, программа «Происшествия».